Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Казуку Фэмили. Не обращайте внимания, я немножко приболел. Все мы люди, но я не буду много говорить сегодня. Так что присаживайтесь поудобнее. В прошлый раз мы остановились тут. Нам осталось уже совсем чуть-чуть пройти Half-Life, чтобы перейти уже к эпизоду первому. Так что все присаживайтесь поудобнее. А мы, в принципе... говорится, погуляем, да? Но даже не сюда. Ага. Нет, что-то иногда чувствительность мышки меня просто убивает. Мужик, свали. Я за вас не могу понять, куда мне топать. Не сюда, твою мать. Лучший друг парней — это револьвер. Так, ненавижу болеть. Извини, так, подожди, извинения, да? А куда нам с вашими извинениями топать? Твою мать! Ребятки, вы чё? Опа! Твою мать! А, так это... не враги, а эти понеслись. Ребятки, да вы как бы, может быть, рассосетесь, нет? Блин, притягиваете керабору, а? Твою мать. Вот так? Что вот так? Твою мать, у меня эти закончились. Ебать, а сколько их тут? А? Да хренище. Ну, уложить в таком плане не помню, чтобы все ложились. Чувак, ты куда? Я ж вроде тебя не отпускал, не? Двери нам открой, мана, а? Стоп, подожди, а чё, вообще двери не открывать не будет? То есть я, по-вашему, должен еще это дерьмо обходить, да? Серьезно? Блять. А куда? Дверь-то закрыта, мать твою. А! И так бы и сказали, что нам наверх, наверное, или куда? Твою мать. А куда мы сокращаем-то? Сокращение врагов. А мы правильно, что мы ворота открыли или нет? Или неправильно? Или мы наоборот их? О, компы. Пентиум мы походу. Может и не пентиум, и хер его знает. Так, мужики, отвалите, отсоситесь. 404 блок? Твою мать. Бляха-муха. Подожди. Да бляха, дай... тупые боты, дайте пройти, а? Чё, блядь? Производственный блок 5. Нихера себе, он выжил от выстрела. Он прям живуч. Так, подожди. Сзади? Так сзади никого нет, чё ты меня пиздишь?
Оу. Оу. Подожди, а чё у меня? Да это... Залипание какое-то произошло. Пять, сотрудник убит. 5 и 5, 25. Ну! Блять, отвалите, боты! Бесите меня, а? Блять, это... Серьезно? Блять, а чем мне... Твою мать! Подожди. Да ты серьезно? Да ну нахер, алло. Еще один пулемет, да ты серьезно? Возьми аптечку. Капец тут всех распидорасило. Так, нам сюда? Подожди. Да, это вверх. В смысле? Да подними ты все вверх, сука. Блять, циркачи что ли, блять? Мы вроде не в цирке, а на войне, блять. Да. На, вот, подлечись. Возьми аптечку. Кто-нибудь откройте эту... Я перезаряжу, прикрой меня! Чё ты сделаешь? Нам даже не сюда, блядь. Делай это нам. Тут уже зомби от скуки ползти начинает к нам. Пиздец. Я, наверное, эту бы серию назвал тупые боты, блядь. Да мне такие... Блядь, я уже Half-Life полностью забыл. Перезарядка нахер. Я вообще здесь задерживаться не хочу. Нахер мне эти боты. Я и без ботов могу справиться. Чё, как? Так, подожди, там сюда? Или куды? Опять эти... Ну иди сюда, голубчик. Да, ты. Сука. Да ладно. Ребята, вы не попутали, нет? Где там враги, блядь? Да, подожди, мне показалось или мне? Гордон Фриман, это ведь вы? Одну минуту. Я заложу несколько зарядов и сдам их потом. Давай, взрывай, блядь, заебал. Я тут пока кофе попью. Слушайте, а вы за пулеметы никак не хотите встать, нет? То есть за все проблемы должен вставать я, да? Ведь даже в первой части, наверное, бот умнее были, чем вы. Но вот и что тут творится? Да. А? Тут как-то... Ты взорвал, блядь. Алло. Ты сколько взрывать будешь эту подлюку? Но... Твою же мать, ну...
И чё? Блин, вот это настолько суетливый процесс. Ты чё, в бочку попасть не можешь? Ну давай я тебе помогу. Всё? Блять, наконец-то. Только драгоценного времени потратил, чтобы ты сказал, наконец-то, Фримен. Дверь заперта с обратной стороны, доктор Фримен. Может попытаться обойти вокруг. Обойти вокруг чего? Серьезно? Там все серьезно. Хорошо, что вы в костюме. Да мне плевать, что там вы хотите сделать. Серьезно, нам надо пробежать. Ну, давайте пробежим. До какого места вообще нам надо топать? Вопрос. А? Вопрос, до какого места? По трубе? Серьезно? Ладно, сделаю вот. Зомбикам. Так, я хоть правильное место выбрал или как? Или как? Понятно, дверь без ручки, значит, не сюда. Ну? И чё? В смысле получилось? Вы собираетесь куда-то валить или как? Гордон Фримен, вы здесь? Сейчас трэш начнется здесь. Доктор Фримен, если вы ищете, где вы затаиться, то здесь небезопасно. Тут невыносимый обстрел. Доктор Фримен, если вы ищете, где вы затаиться, то здесь небезопасно. Тут невыносимый обстрел. Один готов! Да, блядь, дайте мне пройти, алло. Чё за тупой искусственный тупелект? Ну, честно. И куда? Сюда? Серьезно? А что вы придумаете? Пизда вся и все. Что тут придумать? Когда вы умрете, это закончится. Логично, да, не правда ли? Прикрыть от чего? Ты перезарядишь. Да, блядь, дверь откройте, ебаный в рот, вы чё? В смысле, блядь? Дверь мне открой, сучка, блин. О, какой-то злой. Вася. Такой красный и злой. Красный Я тоже злым могу быть. Злее, чем эти сракобайны. И куда дальше? Здорово, братан. И чё? Хорошо, проходи. Я-то прохожу. Мне-то чё? Всё, чтобы других не пускать сюда. Альянс! За Орду. Альянс и Орда. Вот такая вот... Кто? Сюда, что ли? Тут уже эти... Дрики были. Или как там? Здорово, ребят. Не кричите. Как хотите. Воу. Ты злой. Я злых не люблю. Я люблю только спокойных. Так, подожди. А нам не сюда. Нам еще сюда.
Так. Какой ты злой. Вот это у него морда. Как будто он 1000 отжиманий сделал, да? Подожди. А, чё такаешь, алё? Недовольный школьник. Так, подожди, прыгающие сосуны. Что такое? Ты не можешь прыгнуть по траектории, правильно, да? Да бляха-муха. Ну, извини. Сегодня не ваш день, ребятки. И чё дальше? Дверь мне открой. Дверь мне запили. Да, топ-то. Да. Нахер иди. Бип-бип, блядь. Бип-бип, блядь. Нахер трасса такой живучий, а. Так, а куда дальше топать? О, что ты такой злой? Бить Фрименов нехорошо, ребят. Каким бы вы не были злым. Чего? Опа, а я врата открываю. Жалко, что не лад. Там... Ляха-муха. Воу. Ребят, у вас что тут, пати? Не, ну я, конечно, хотел там типа уши устроить, там все такое, но не с вами. Да ёб твою мать. Не надо никакой поддержки. Группа поддержки, конечно, все прикольно. Чего, блядь? Ребят, вы слишком злые. Твою мать. Куда там прыгнул, блядь? Спецназовец. Ёб твою мать. Никого ты не видишь, не пизди. Прыгай вниз. Опа! Я тебя тут заждался, прикинь. Нежданчик, да? Чё, больше никто прыгать не будет, все. Блять. Чё, блять, откуда? Прости, братан, но ты не входишь в наши планы. Оу. Твою мать. Да тут ребятки прям. Ебать, они его там шумкуют. Оу. Ребята, можно как-то полегче, не? Подержь, подержь, подержь. Чё, все сдохли? Благодать. Воу! Блять, так неохота их доставать, эти ящики. Вопрос, нахера? Да не этот, блять, ящик. Не этот, блять. Но... Да ёб твою мать. Так ты чё, гонишь? Давай, доставай. И последний. Но! Да, блядь, не это. Подожди. Ну, давай. Ну! Да ёшкин кот, давай. Yes, of course. Давай. Раз, два, три. Не зря мы все это делали, да? Ладно, насрать. Блин. Ага,
знакомый звук, да? Твою же мать. Слушайте, повзрывайтесь уже, а? Хоп. Что найду тебя здесь. Поздравляю. Кляйнер в безопасности. Теперь мы можем встретиться с Барни. Там внизу командный центр. Я надеюсь найти информацию о местонахождении генераторов. Готов? Вперед. Вперед куда? На встречу приключениям? Ну, в принципе, ладно. Здорово, пацаны. А чё, прям сюда, что ли, к нам? Или куда? Есть. Есть идея. Идея наша такова. Что ж, нам везет. Снаружи на площади стоит генератор. Мы стараемся отключать их, чтобы ослабить хватку Альянса в этом секторе. Мне нужно несколько минут, чтобы обнажить ядро, затем ударить по нему из гравипушки. Ядро. И прикрой, если понадобится. Мы хотим присоединиться к вам, доктор Фриман. Присоединяйтесь, присоединяйтесь, я хочу. Доктор Фриман, мы идем с вами. Вперед! И куда? Проси. Вижу его. Заметили. А, я помню этот жесткий момент. Пока ядро откроется. Это жесткий момент, это жесткий момент. Это не займет много времени. Ой. Как только генератор отключится, я открою ворота, и мы сможем выбраться отсюда. Обычная панель. Давай, давай же. Оп. Такс. И... Серьезно, проебался? Ох, сколько вас. Внешний щит готов. Так, внешний щит, хорошо.
Да, бля, кому? Профессор, у нас проблемы. Уничтожен, требую подкрепления. Да ёбаный этот, блядь, как вот. Внутренние щиты отключаются. Что-то ты долго их отключаешь, блин, твою мать. Подожди-ка. Блять. Парни должен быть на той стороне этого канала. Вот, вообще-то здесь был мост. Попробую разведать другой путь. Да, был, да, всплыл. А, жди меня здесь. Сейчас посмотрим, как она будет карабкаться. Артистично, артистично. Довольно необычно, да. Нифига себе, она, конечно, прям крадется. Хлоп. Эй! Похоже, мы можем пробраться внизу. Вон там. Пойдем здесь. Не, ну реально напоминает ТНТ. Вот. Гордон, беги! Уходи отсюда! Вопрос, а куда уходить-то? Сюда, что ли? Ну ладно. А куда? Надо было просто подойти. И... Что это значит? Чего? Серьезно? О май гад, это получается по этой трубе. А как? Всего лишь? Ну ладно. Всего лишь. Подожди. В смысле, блядь? А.
А сюда куда? Оу, подожди-ка. Знаешь, откуда-то эти сволочи-то вышли? Или как? Так, подожди-ка. Ну? А вы куда валить? Ох, твою мать. Подожди, а сюда? Валить или куда? Стоп, а если не сюда, то куда? Так, подожди. А куда валить-то? Серьезно, блядь, по лестнице? Охуеть. Серьезно, сюда? Просто. Ну ладно. Где еще враги? Непонятно, сколько врагов? Хер его знает. Куева-кукуева просто врагов. Как же медленно все передвигается, я не могу. Подожди-ка. Мы же должны еще успеть, получается, да? Так. Вроде успеваем. По факту. Так. Бляха-муха, подожди. Главное, чтоб никакой хер не включил обратку. Здесь, по-моему, если я не ошибаюсь... Бля, иди этот хер.
Вася, ты чё? Так, подожди. Подожди, тут где-то... А, все, вспомнил. Так, подожди-ка. Бля, помог. Эпический случай, слышишь? Я тоже так могу. Так, подожди. А нам же нужно, чтобы это как-то двигалось, да? Или как? Или это двигаться не будет? Ничего не пойму, подожди. Как-то же забраться на эту хуйню можно, нет? Подожди-ка. В смысле, блядь? Она ж не двигается ни хера. Серьезно, блядь? И что вы мне предлагаете? О, блядь, подожди. Он бы, по-моему, запустил. Да, он-то запустил, а я вот не пойму. И чё это дало, что даже если он запустил? Куда это ведет? Подожди. Серьезно, на трубу что ли? Блять, реально на трубу походу. Так, подожди. На эту трубу что ли, блять, или чё? Так как вы уже заебали, а? Нахуй идите, а? Так, подожди, а? Почему? Ага. И тебе пока. Подожди, а почему? Труба? А, блядь, подожди, еще одна лестница. Ёбаный в рот, я ее даже не заметил. Иди нахуй. Ты тоже. Чё, блядь? Не знаю, что вы там хотели сказать. Бляха-муха, подожди, а куда нам пиздовать? А по логике дальше куда? Нам же, по сути, надо как-то пробраться в ту комнату же, да? А по сути это вот так можно, правильно? Да. Понятно. За Фрименом. Доктор Фримен. Барни сказал, вы в пути. Нас рассеяли снайперы. Он в ангаре прижат к земле. Ага, понятно. Идите. Он рассчитывает на вас. Уже снайперы, да? Понятно. Слушай, на снайперов убить... Это будет непросто, блядь. Блять. Патрульно. Батя косой. Так, хорошо. Одного-то снайпера мы убили. А остальные два где? Подожди. Ага, блять, понятно. Вы из Барни Старый. Может, вы поможете? Снайперы постерегли его на крыше ангара. Он отправился набрать гранат? Блять.
бешеный, отвали. Есть кто наверху? Помогите! На помощь! Помогите! Мы думали, тут будет безопаснее. Мы и не подозревали, сколько их. Остальные ушли вверх по лестнице. Испытать удачу со снайперами. Думаю, они ищут. Воу! Ребят, да вас тут дохерища, я смотрю, да? В смысле, блядь? А как я до снайпера-то доберусь? Окей. Сюда так сюда. Брось парочку гранат, подобьем их. Понятно. Гордон, сними этих снайперов. Гордон, гранаты. Да не ори ты. Один готов, один остался, парень. Что, может, хватит командовать, а? Я понял. Так. Командор, блядь. Да, бляха-муха, а. Ну ты будешь валить, нет? Погнали, алло. Ты опять в героях, Гордон. Ну, куда топать-то, блять, Барни? Тупой медвежонок. Ну, раз, 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 два, три, раз, два, три, четыре, пять, начинаем. Лупать. Куда? Сюда? Не тормози! Да я-то не торможу, хрена ты тут. За кого ты меня принимаешь? Давай к воротам. Членство в отряде ГО все еще дает мне кое-какие права. Ага. Бип-бип. Блять. Она меня преследует. Ну? Стоп, ты меня закроешь здесь, что ли? А, нет, ты со мной пойдешь, окей. Я в курсе, кто такие мозгососы, блядь. Так. Старый друг. Чё, сюда, что ли? Или куда? Оу. А я, блядь, помню это место, ёбаный рот. Довольно жесткая будет Месилова. А где этот бар? А. Так. Ну еще вроде. А ёпарасет. Конечно, пока его не отвлечу. Идем. Ну давай, идем. Твою мать. Ну. Так, куда? Сирена это плохо, это понятно. Так, воу. Плохо дело. Плохо дело.
Валим, валим. Что за херня? Дрянь, Гордон. Нужно отключить ее изнутри. Извините, док, а? Это, блядь, понятно. А куда топать-то? Если все разъебали. Подожди. Серьезно? Блядь. Куда топать? Ага. Окей. Да нахуй идите, ребят. Ох, ебать. Воу. Человек науки, который мог боящихся и боящихся к истине, предпочел для себя... Не заблуждайтесь, доктор Фримен. Вы на... Да ебать, серьезно. Куда валить-то отсюда, давай. А, понятно. Валим. О-хо-хо-хо-хо. Я даже знаю, на каком моменте мы сегодня закончим. Ну, не на этом моменте, но... Будет непростой момент. Слушай, Барни, не смотри на меня так, будто я это... Лошара, блядь. Так, подожди. Нарушитель номер один, окей, давай. Переписать. Так, ну, отойди, блядь! Смотри, опа. Отойди. С ними разбирайся, а я к панели безопасности. Отлично, я открою. Конечно, ты откроешь. Ты же искусственный интеллект, рассчитанный, чтоб открыть. Так, фишка продолжается, да? Они фокусы. Да бляха, муха. Блять, ты шутишь? Ну? Не понял, подожди. Так они вырубили генератор или нет, блять, я не пойму. Блять. В смысле нахуй? Ну съебуйся. А дальше что делать? Блять, одного они уже убили. А что дальше-то делать, алё? Может, кто подскажет, нет? Или я как дебил должен понимать, что дальше делать, а? Барни, блядь, подскажи. Или ты и так же будешь дрочиться, блядь. И чё дальше, алё? Ну отходи куда-нибудь, заколебала баба. А куда? Тут же все закрыто нахер. Алло. И куда? Что случилось? Понятно, это я дебил. Какой-то вход и выход не заметил. Так, подожди. Нам же можно... Видимо, нельзя, да? Давай, освобождай этих оленей. Так, ну. Хлоп. Хлоп. Успел.
успел. Подожди-ка. Так, ну а дальше куда? Осталось два генератора. Да хоть три, подожди. И чё? А, вот оно чё, блядь. На крыше засел надзор, а нам как раз туда и надо. Прям на крыше, на крыше? О, а тут до хера ловушек. Ага. Опа. Здрасте. В смысле, блядь, я не попал? Алло. И чё? В смысле, куда вперед? Серьезно? Не, подожди, это выполнено. Подожди, откуда враги поле? Подожди, это ловушка та, которая в курсе ловушка. Подожди. Ага, эту ловушку обходить. Окей, подожди, а эту как обходить? Понятно, сейчас будет пиздец. Щелчок затвора. Чё за... А, понятно. Так, ладненько. Вот же крысы бегающие. Ага, пилят дверь, окей. Натрави на них прыгунов. Так я так и травил на прыгунов. В чем проблема? Нахер, захерели, алло, пацаны. Пацаны попутали. В смысле? Блять. Лоп. Холоп. Так, подожди. Отойди. По-моему, осталась самая последняя неприятная ловушка. Одна, наверное, из моих нелюбимых ловушек. Да, подожди. Вот это ловушка, да? О, сколько охраны. Там явно есть что-то интересненькое. Давай, Дот, я жду здесь, пока ты его не отключишь. Будь осторожен. Так. Ляха-муха.
Я так понимаю, сюда. Потом получается туды. Вот же, блин. Что? Бля, непростая, сука, ловушка, блядь. Подожди, а я правильно, что сюда побежал? Твою мать, подожди. Ага. Ага. Ну? Блядь, ну? А, подожди. Это получается по трубе хуяк. Ты, получается, должен, по сути, допрыгнуть до этой... Ой. Плохо дело. Очень плохо дело. Блять. Я просто соскочил, получается, на уровень. На уровень выше соскочил, да? Все нахер. Так. А куда дальше-то, блядь, подожди. Вот так. Бляха, ну. А теперь на крышу, Гордон. Твою мать, блядь. Лоп. Лоп. Подожди, нам же эксит сюда, правильно? Оу. Окей. Бибиф. Да следуй, давай, открывай, заколебал. Барни. Давай, блядь, сюда пиздуй. А вот и наши ворота. Сейчас открою. Готово. Я стану здесь и попридержу эти ворота, сколько потребуется. Иди наверх и наведи мост. Нужно, чтобы поддержка могла подойти со всех направлений. Ладно, давай. Если появятся новые люди, я отправлюсь к тебе. Увидимся позже, Гордон. Да, увидимся позже, Гордон, Барни. Блять. Их заколебали эти пулеметы ставить, блять. Загрузка — это хорошо. О, блядь, прикольные уровни тут будут, я чувствую, да? Ребятки, они пошли в жопу, а? Владимирский централ. Так, подожди, я, по-моему, знаю, что... Тут надо уничтожать этот, блядь. Стоп, подожди, а? Вот. Где эта сука? А где сука? Сука, ты где? Где он? А чё, блядь? Пизды получил? Везде отхватил. А где патроны еще, кстати? Я, кстати, не помню, патроны давать будут, нет? Блять, нихуя себе. Он откинул этот.
Нихуя себе, ты охуел, парень. Нихуя себе. Вот наглая сволочь, а. А как его мочить, если он... Да ну нахуй, ты чё, блядь? Вот и всё. Проблем-то, блядь. Подожди, ещё один? Сколько их тут? Подожди. Не понял. По-моему, ещё один, блядь. А где он? Подожди. А где еще один, блядь? Вот он, блядь, едет. Сука, блядь. Летчик-подлетчик, блядь. Подожди, он типа высадит этих долбоебов или чё? Высаживай, блядь, этих долбоебов. Подожди. А я тебя вижу. Идиот. Даже уёбки, а? Подожди. Ну открывайся, блядь. Ловите. Что это было, блядь? Да. Блять, я тоже так могу, прикинь. Вас обрадовать, блять. Блять, вы серьезно сейчас хотите сказать, что опять куча каких-то мудаков преобразовалась или как? Так, подожди, открывай ворота. А, блядь, сразу по съёмам дали, ёпта. Да? Почувствовали, что пахнет жареным, сухи, да? Ребятки, мы тут обосрали. Так. Ребята, умрите, пожалуйста. Так, подожди. А куда? Ну ладно, сюда так сюда. Пофиг. Так, подожди, а если сюда, так значит чё? Что тут будет? Я уже всё забыл. Или подавляющее поле и открыли ворота. Мы сможем задействовать людей. Вот теперь комбайнам не поздоровится. На той стороне площади стоит ящик с ракетами. Сумеете туда добраться? Добудете все необходимое, чтобы сбить страйдеры. Хуёво, чё сказать. Страйдеров я сам, блядь, ненавижу. Так, ну я не знаю, получится ли всех ли страйдеров уебать. Ну страйдер это очень жесткая хуйня. Блин. Да ладно, блядь. Так, ну один доток это хорошо. Второй будет посложнее. Я хз, если издалека и ваши, блядь. Надо зарядить. Да ладно, блядь. О, май фак. Хир, как говорится, да? Подожди, а сколько по три
залпом он неплохо, еще один. Нихуя себе. Да блять, сколько вас, ребят? Я надеюсь, это последний будет, нет? Или как? Нихуя себе, не последний. Ну это жестко. Да ну нахуй, ну чё? Я себе. Чё это за страдерское это движение? Охуеть. Ты ебать, сколько, алё? Ебать, они живучие, я ебал. Серьезно? Ебать, сколько их там проплющится, этих страйдеров, а? Их было просто до хера. Подожди. А куда? Не понял. Не понял ни хера. А чё он меня обратно вывел? А, подожди, сюда? Подожди, если сюда, куда дальше-то? Да-да-да, ждем, ждем, да-да-да, окей. Подожди, а куда? Блять, серьезно? Я ж обходить с этой стороны? Ёбаный в рот. Кто? Припасы? Да ну нахуй! Вы чё, ребят? Реально, блядь, не смешно, сколько их там. Блядь. Блядь, я надеюсь, последний страйдер, нет? Блядь. Ещё, блядь, мешаете мне, блядь. Убивать страйдера, ну чё, блядь, охуели, ребята? Это как бы перебор, блядь. Так, подожди, пятерка или что? Да ёбать, а. Да, блядь, серьезно, какой там последний страйдер остался или где он? Серьезно, блядь, вдалеке? Да ебать, сколько в него ебашит ракет? Ебать. Я реально заебался тут убивать этих всех долбоёбов. Чё, нам вниз или куда? Блять, капец. Я уже не знаю, что мне делать. Тут такой трэш был, точнее. Блять, а я помню это место. Тут побег от страйдера, блять. Ёбаный в рот. Ну, короче. Короче, давайте на этом остановимся. Всем спасибо за внимание. Тут будет очень интересно в следующий раз. Потому что мы и так немножко задержались. Всем спасибо за внимание. Увидимся уже в следующих стримах. По Half-Life и так далее. Короче, если чё... Не забывайте про лайки, колокольчик и репосты, и приглашать друзей. Вот, ну а с вами был Казуков Family, ребятушки. Всем до новых встреч и всем пока-пока.